Друзья, всем привет! Всем привет! Мы с Кирюшкой еще раз поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! В сегодняшнем видео мы завершаем серию новогодних мастер-классов. И сегодня мы сделаем еще одну новогоднюю открытку. Самый главный житель снежной зимы – это снеговик. Так что сегодня на нашей открытке поселится именно он, снеговик. Для создания открытки нам понадобится разноцветный цветной картон для основы. Обратите внимание, я не беру один лист картона, я беру несколько разноцветных листов, чтобы Кирюша, когда мы будем делать открытку, мог сам решить, какой фон ему больше нравится. Лист белой бумаги. Я взяла бумагу для акварели, так как она плотная и с ней удобно работать. Лист оранжевой цветной бумаги и лист коричневой цветной бумаги. Карандаш, ножницы, коричневый фломастер, клей-карандаш. Я выбрала клей фиолетового цвета. Краситель при высыхании клея исчезает. С таким клеем понятно, какие участки уже намазаны клеем, какие нет. Ребенку с таким клеем интереснее работать. Также я использовала линейку трафарет, чтобы нарисовать маленькие кружочки. Чтобы нарисовать большие кружочки, я использовала домашнюю посуду. Например, чтобы нарисовать кружок среднего размера, я использовала вот такой стаканчик. Чтобы открытка была нарядная и красивая, мы украсили ее снежинками. Чтобы вырезать снежинки из цветной или белой бумаги, мы использовали фигурный дырокол. А еще нам понадобятся самоклеющиеся глазки. Глазки мы возьмем несколько пар разных размеров и формы. Пусть Кирюша сам посмотрит и решит, какие глазки будут у его снеговика. Итак, приступаем к работе. Готов? Да. Приступим? Да. Ну что, сначала небольшой подготовительный этап. Теперь сделаем заготовки. Возьмем ножницы, карандаш и трафарет, а также циркуль или стаканчики с разным диаметром. Лист белой бумаги. Теперь на белом листе бумаги нарисуем кружочки разного диаметра, после чего их нужно будет вырезать. В итоге у вас должны получиться один большой кружочек, один средний и один маленький, и четыре совсем крошечных. Влад, не трудай, вниз не тащится, этого углы мешают. Да, углы мешают катиться прямоугольнику, правильно? Да, а тогда вот суп не тащится, он тащится. Да. Если у вас детки постарше уже хорошо обращаются с ножницами, дайте возможность им самим вырезать круги. Да. Дальше мы берем листы цветной бумаги. На оранжевом листе мы рисуем морковку, а на коричневом шляпу для будущего снеговика, после чего их вырезаем. Теперь с помощью фигурного дырокола из обрезка белой бумаги можно вырезать снежинки. Для этих же целей можно использовать цветную бумагу, чтобы снежинки были разноцветными. Подготовительный этап завершен. Теперь осталось склеить нашего снеговика. Да. Готов? Да. Ну что, пошли. Пошли. Скоро праздник. Новый год. И мы будем делать с тобой поделки. Поделки. Сегодня мы с тобой сделаем аппликацию. Аппликацию. Когда на улице снег, мы лепим снеговика. Снеговика. А сегодня мы сделаем вот такого снеговика из бумаги. Из бумаги. Давай. Сначала нам нужно выбрать фон, на котором мы будем лепить снеговика. Смотри, у нас какие есть варианты. На зеленом фоне у нас будет снеговик. Смотри, у нас есть синий, коричневый. Какой будет? На зеленом. Хорошо. Так, снеговик у нас состоит из... бумаги. Из бумаги. Из кружочков. Из кружочков. Так. Носик надо достать. Носик потом достанем. Смотри. Сначала нужно взять самый большой кружочек. Молодец. Так, и клей. Давай, возьмем наш фон. Фон отнесу. Открытку, да, нашу открытку. Так. Приклеивай. Видишь, я дом-то стучу. Вижу. Пониже. Смотри, где у нас будет начало. Вот, давай приклеивай. Повыше, а то ножки не войдут.
вот сюда. Молодец. Теперь из оставшихся самый большой кружочек выбирай. Молодец. Намазывай. Приклеивай. Где у нас следующий кружочек находится? Смотри, как здесь. Приклеивай также. Вот так? Угу. Молодец. Это еще не долеп? Ну, еще не долепили мы его? Не доклеили? Теперь из оставшихся кружочков выбирай самый большой. Так, это у нас будет что у Снеговика? Носит. Голова. Приклеивай. Должна быть. А где голова должна быть? Наверху. Молодец, умничка. Теперь смотри, у нас осталось 4 кружочка. Маленькие это что будет? Ручки, правильно. Так. Давай лишний клей. Угу. Где еще ручка здесь спряталась? Правильно. Так, приклеили. Отнял. Угу. Где эту дучу отнял? А это что будет? Не знаю. А ты посмотри на эту картинку. Что это будет? Ножки. Ножки. Приклеивай ножки. Так, и вторая? Ножка. Ножка, да. Он на трех не может ходить. На трех? Нет. На трех, конечно, не сможет. Поэтому мы сколько сделаем? Две. Так, что еще у нашего Снеговика будет? Носик. Это разве носик? Нет, а что это? Не знаю. А ты посмотри на ту картинку. Что это? Шляпа. Шляпа. А зачем он надевает шляпу? Просто так. Он приходит. Чтобы уши не мерзли. Так. Приклеивай шляпу. Вот и шляпа. Вот шляпа какая. Так, что у нашего Снеговика еще должно быть? Носик. Носик. Сюда клади носик. Чтобы треугольничек из оранжевой бумаги превратился в морковку, его нужно дорисовать. Посмотри, как там морковка нарисована. Маленькие полосочки на ней. Держи фломастер. Рисуй маленькие полосочки. Так, еще. Теперь давай перевернем, еще рисуем. Так. Все? Закрывай. Если опять высохнет. Да, то высохнет, правильно. А. Молодец. Давай уберу, чтобы не мешал. Намазывай клеем. Вот так. Угу, правильно. Вот что-то. Приклеивай нос нашему Снеговику. Так, чего у нас еще у Снеговика не хватает? Глазки. Глазки, правильно. Да, видите. А глазки у нас... У нас много разных глазок. Смотри, сколько. Выбери, какого размера будут глазки нашего Снеговика. Это мне? Ты приложи, посмотри, хорошо будут такие глазки смотреться на нашем Снеговике или нет. Понравилось? Нет. Нет? Давай другой размер подбери. Под белую. Смотри, есть овальный глазик, есть круглый глазик, есть совсем крошечный глазик, а есть большой глаз. Как ты думаешь, какой подойдет нашему Снеговику? Приложи сюда. Подойдет такой большой глаз? Нет. Он даже не поместится на голове у него. Спасибо. Не знаю, трехглазый снеговик красиво. Да. Ты хочешь 3 глаза снеговика сделать? Ну, давай сделаем 3.
Давай. Давай. Какие будешь приклеивать? Выбрал? Да, вот эти. Вот эти? Вот эти. Они одинаковые? Давай посмотрим. Ну, клади, не приклеивай пока, просто положи. Давай посмотрим. Так, а второй? Пал. Пал. Одинаковые глазки? Да. Нравится, как смотрится? Да. Ну, давай их и приклеим тогда. Приклеивай один глаз. Какой второй будем клеить? Маленький? Будет вот так. Один большой, другой маленький. Вот это вот тот классный очень. Смотри. Во. Ай! Жуть. Жуть. Подожди. Жуть. Нет, не этот. Не этот? Нет, вот этот? Нет, вот этот. Вот этот прям совсем маленький? Да. Ну, давай. На. Приклеивай. Вот. Осталось только снежинки сделать. Так. Давай, мы тут нарезали с тобой снежинок в прошлый раз. Намазывай клеем и приклеим. Что, белую снежинку? Какую хочешь, ты же не белую взял. Смотрится. Еще будешь клеить снежинки? А, да, вот эти, фиолетовые. Давай. А думаю, вот эти идут снежинки, нет? Не идут? Снежинки разные бывают, они же переливаются всеми цветами радуги. И искрятся на солнышке. Но если задавится снег, и мороз не тогда не придет, если снег закончится. Да даже если закончится, Дед Мороз придет. В новогоднюю ночь-то как же не прийти? Подарки подарить. И поезд? Может быть, и поезд. Посмотрим. Красный. У тебя же есть красный поезд. Ну, надо больше. Еще будешь клеить снежинки или все? Все. Все. Клей надо спрятать. Такие снеговики у нас получились. С новым... годом! Ура! А для наших постоянных зрителей Кирюша приготовил сюрприз. Расскажешь стишок? Да. Если тихненько, мантра просто, и большого не пока, и большого просто, он придет в стол и блат, он силой долой. Соберет всех нас ребят, для того такого. Я достаю смертный дом, стал приночиться. В этот волстинтиком восемь дочиться. Молодец! Ура! Умничка! Ура! Давай покажем, какие замечательные снеговики у нас получились. Понравилось делать снеговикам? Да. Если вы хотите, чтобы ваша открытка была более объемной, снеговика можно оклеить ватой. Смотри, какой он получился белый, пушистый, как из настоящего снега. А мы с Кирюшей еще раз поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем вам солнца, тепла и семейного уюта. Проводите больше времени с вашими детьми, ведь они так быстро растут. Да. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, и подписаться на наш канал. И обязательно делитесь ссылочкой на этот ролик с вашими друзьями. Будьте здоровы, всем приятных занятий и до новых встреч. Всем пока! Всем пока! Пока-пока! Пока-пока! С Новым годом! С Новым годом!